Камешки, камешки, камешки. Так, пойдем внутрь. Опаньки. Потрясающий вид на горы. Вот туда, вот на эту гору забраться, и можно обстреливать всю эту крепость какими-то навесными траекториями. О! Много окошек, да? Что, бойницы на такой высоте? А с чего, собственно, стрелять? Вот, и тут такое впечатление, что вот там было какое-то старое сооружение, круглое, с генератором. Его оставили и налепили другое, а старое оборудование, генератор, оставили. Ну да, все было каменное, каменный генератор, ну что делать? Вот, а где-то там река, водопад. Вот там. Угу. Но акведук туда не идет. Странно, акведук идет туда. Акведук левее, вода там. Акведук там. Вот где логика? Странные окошки. Вообще странные, под странными углами. Очень странные окошки. Вообще непонятно. Много кварцевых камней. Так, кристалл. Вообще непонятно. Но пространство заполнили, чем было. А вот рабочие поверхности там большими камнями. И почему-то потолок сделали ровным. Потолок очень ровный. Края не важны. Важен пол и потолок, потому что тут вертикальная волна вот так ходила. Энергия создавалась. Очень интересно. Вот именно тут, вот она заливка. Причем это камень такой жесткий. То есть это даже не похоже на мел. А это то же самое, тут что-то было. Вот и вот, но это все заливки. И с другой стороны. И с другой стороны такая же хрень. Тут белый камень, тут прям вот как базальт. И вот здесь вот камешек. Ну здесь была, возможно, какая-нибудь решеточка. Это странный материал, ну ладно. И тут странный материал, там дырочки. Да. Много загадок. Особенно вот. Вот везде. Внизу. Обязательно внизу. И наверху вот такие вот большие камни. Чтоб держали как вибрации, как настроечные как бы. Проемы сделаны такими залитыми. Очень прочными камешками, мегалитами. Вот что я увидел. Странно. Как будто внутри больше энергии входит, а распределяется она под разными углами, ну, чтобы волны, встречаясь друг с другом, растекались вдоль стены, потому что нужно формировать силовое поле. Как тогда две волны, попробую вставить анимацию, объясняющую механизм образование силовых полей вокруг крепостей звезд и других крепостей. И это все за счет вибраций, за счет камней, усиления естественных вибраций. Для этого, собственно, камешки круглые нужны иногда. Это как балуны. Есть такое понятие в радиотехнике — балуны. Вот смотри, вот что здесь было. Ну, понятно, алтарь. А алтарь что такое? Это же не место для помолиться. Это там генератор стоит. Да. Какую-то пружину вижу, да. Да. Внизу что-то было тоже. Или красная ртуть. Заземление, красная ртуть.
крылья, да. А наверху вот. Это однозначно вниз. Да, да. А мы вот туда полезем по этим ступенькам? Давай. Мы всюду полезем. Очень красивая лестница. Из очень ровных камней. Вот это было в другом месте, но его приспособили сюда. Вот прямо ровные камешки. Немеренное количество медных зубил. Испортили, сточили вот об эти камни очень высокой прочности. Ну, по официальной версии, вот это, чтобы стрелять. И, видимо, чем-то большим. Видимо, пушка. Она-то лежала и стреляла в ту скалу. Потому что в другое место отсюда стрелять невозможно. А вот эти вот отверстия, сначала большие, а потом идет сюда, сужает луч поток. Ой, какой луч поток? Стрелы, стрелы такие. Странные стрелы были. Трапециевидные. Вот это для формирования пояса выше. А вот это вниз. Энергия направилась вниз для формирования потока силового поля щита, идущего вниз. А вот это вот все. А еще есть что-то, одна штука, которая вверх прикрывает контур. Тут одна из башен краеугольных, создающих силовое поле. Вот это вот не новый контур. Это металлосвязи. Они держат тоже поле и проводят энергии. Оконтуривают. Вот. А это вот щелевые антенны излучающие. Вверх-вниз. Вот оно вверх. Обязательно кристаллы. Кварц, халцедон, горный хрусталь. Просто твердый камень типа базальта. Кремень. Вот они, вот они. Потому что если это лучники, то очень высокие лучники стояли. И вот там... Кривыми. Да, да, со странными кривыми, даже стрелами. Потому что нужно как-то вот над головой стрелять, что ли. Я камеру высоко держу. Вот. И здесь то же самое, там сужается. По логике-то наоборот надо, что если стрелять, чтобы угол обзора обстрела был. Вот, и тут металлосвязи, и тут, и там. По контуру, для крепости, для укрепления они не нужны. Они нужны как части инженерной инфраструктуры для создания силового поля. Конечно, здесь потрясающий вид. Ну и смотри, упало и все. Вот упало, кусок стены упал и все. Это же какая крепость, что она не развалилась. Да, крепость очень прочная. Я не знаю, что должно быть за землетрясение. Да. Это же прям видно, откуда шла взрывная волна. Посмотрим там. Куда она шла. Вот такие камни на каждом углу, это кристаллы. И старались их сделать вот на важных местах, вот, чтобы они держали вибрацию по контуру. Класс. Обожаю вот такие камешки, они красненькие. Аккуратненько. Очень узкая лестница. Очень узкая. Вот классный камешек. Вот классный камешек. Да, вот эта верхушка снесена. Нахрен. Вот этот взрыв был вот тут где-то надо.
Вот туда что-то как шарахнуло, видишь? Там да. Не оплавленные полностью. Вот там. Вот где-то вот в этом направлении был. Ну вот, полностью оплавленные камни, да, ступеньки камни. Оконтуривать эту скалу не имеет никакого смысла. Из инженерных сооружений оборонительных. Вот это все наводил домик. Вот мы пойдем туда и посмотрим. Где-то вот тут был взрыв маленький. Вот прям вот тут, вот где-то как снесено, лучик пришел, напоролся на что-то и взорвался. Вот тут вот было силовое поле вокруг, поэтому оно удержалось вот благодаря этим дырдочкам. И особенно вот этим дырдочкам. Это одна из башен была. И она формировала вот, вот тот контур силового поля. И вот там, вот так. Вот так. А другие башни снесены взрывом. Печально. Ну, хоть это выстояло. И вот единственное повреждение, вот оно. Вот оно. Как вот кто-то большой ударил и блок целый вынес. Ну, пойдем дальше изучать. Вот, и вот тут прямо поток, фонтан энергии идет. Мы сейчас там спустимся и постараемся постоять. Но, конечно, его как-то заземлили, чтобы слить, железок напихали. Но вот если походить вот там вот по контуру, вот особенно вот тут, в этом углу классный просто. И форма же не случайно такая. Один угол острый, другой нет. Там классные энергии остались. А если я вот туда перемещаюсь, там просто меня разносит на куски. Там реально был взрыв и как прокол пространства. Очень говенное ощущение, неприятное. А вот тут идет наполнение. Вот тут мы сейчас постоим. Мы сейчас вот тут пофоткаемся, а потом там постоим. Здравия, соратники. Начал? Да. Здравия, соратники. И сегодня в этом замечательном месте, в старом баре, в крепости, разрушенном ядерным взрывом, примерно 200 с чем-то лет назад, я подумал, что лучше показать эту руну здесь, думая о том, можно ли этого было избежать. На самом деле, наверное, можно, но все сложилось так, как сложилось. И именно то, что сложилось, привело нас к тому, что мы есть сейчас и где мы есть сейчас. Ты можешь встать вот так чуть-чуть? Да. Конечно. Чтобы солнышко не светило. И все, что происходит, оно не случайно. И противодействовать мы можем на том же уровне, на котором действует враг. А враг действует в том числе и на символическом, на руническом и на прочих уровнях. И в то же время, памятуя о том, что все не случайно, хочется дать руну, которая бы означала неизбежность, неизбежность победы. Как говорил Танос, сама неотвратимость. Это руна анти-три шестерки. Все знают мудру три шестерки. Вот она. Ну, в общем, оно если сделать две шестерки, то можно вот так вот сложить. Это руна неизбежности, это восьмерка вечности. И все реальности вот так вот в пространстве вариантов складываются, чтобы образовать восьмерку бесконечности. И если сложить вот так вот пальцы в мудру, то понимаешь, что все, что не делается, все к лучшему, все связано со всем, и победа неизбежна, потому что все только начинается. Чувствуем потоки. Работаем вот так. И в конечном счете мы победим. Добра. Ну хватит.